Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это... Трансформеры, закаленные в бою, мы продолжаем. Сюжетная линия, часть четвертая. Третий акт и пятая миссия. Они были здесь. Боссом у нас здесь будет Soundwave. Ну что, погнали! Команда, в принципе, у нас останется та же самая. Мы ничего менять не будем. Просто продолжим. Без каких-либо... каких бы то ни было изменений. Так. Рэтчет, матрица лидерства говорила со мной. И со мной. Но она отдана командиру для безопасного хранения. Она содержит все, чем мы являемся, все, что мы знаем, а также коллективную искру. И владению ею не мешает общение с избранными в тяжелые времена. Что, как я полагаю, может быть основано на любой рациональной оценке ситуации. Мои исследования пока не могут найти причины. Определенно, это не Шоквейв. Он ошибается, если считает, что это он. Он всего лишь опасный игрок в этих событиях. Игрок, которого нужно остановить, пока он не вызвал гнев. Первозданных праймов. Ничего себе, первозданных праймов? Ладно, будем иметь в виду. Ну да. Теперь, по крайней мере, это хоть как-то объясняет. Объясняет тот факт, что почему у нас боссом здесь будет Шоквейв. Он всего лишь опасный игрок в этих событиях. Опасный, да, очень серьезный. Но отнюдь не главный босс, так сказать. Да и никогда им как таковым-то и не был, собственно. Он всегда правая рука, приближенный. Опять-таки повторюсь, очень серьезный соперник, но название главбосса не тянет. Наверняка тут будет кто-то еще у нас. И кто-то очень серьезный. Так. Обалдеть, а? Застрелили самурая. Тут даже ничего сделать не смог. Бедолага! Так, двигаем дальше. О, шарктиконы. Поперли. Засада! И еще шарктикон, причем такой же. А, ну пусть у нас тогда Мираж здесь вступит в бой. Такс. Ну давай. Угу. Куда ж ты? Вот так вот. Ну, Мираж. Да что ж такое-то, а? Ладно, ладно. Косой ты тузик, а? Опаньки. И понеслась серия атак. Ах ты, зараза, блок. Блок поставил. Текс. Но, тем не менее, его это не спасло. Был бы дубликат Миража, я бы смог бы пробивать блок. В этом плане бы он, конечно, был вообще неостановим. Как в свое время три звезды нашего Миража. Но давайте еще раз попробуем. Забавно, прям повторяется, по сути, бой. Только что был, и на тебя опять же. Только, так сказать, как будто Шарктикон решил реванш взять, передохнул, усилился. Но начал он бодренько. Молодец, Шарктикон, так держать. Помнится, была как-то им глава посвящена. Эволюция называется. И чё-то, походу, до эволюции, собственно, дело и не дошло. Да ну, чё, серьезно что ли? Так. Ну, пару выстрелов в зубы я точно пропускаю. Вот это вот, конечно, хреново. Надо отработать тактику игры за Миража. Ну пусть Мегатрон у нас, так сказать, повеселится. Колин у нас есть. Посмотрим, что сможет противопоставить этот шарктиконец повелителю десептиконов. Так, куда ж ты собрался стрелять-то, господи? Стрелять против крушителя, против его пушек, бесполезно. Так. Ага, ну вот и все.
Застрелили, по сути. По сути, мне вот что нравится при игре за реально вот этих вот как опустошителей, крушителей, девастаторов, так сказать. Можно просто стрелять и все. Шоквейв, я требую, чтобы ты рассказал мне. Я не буду участвовать в твоих интригах, пока все не узнаю. Время пришло. Я расскажу тебе, чего я собрал все здесь. Собрался? Не понимаю. Мои исследования показали, что это является сосредоточием силы, местом столкновения невероятных сил. Автоботов и десептиконов. Сил, выходящих далеко за пределы истории существования этих фракций. Зачем находиться здесь в момент неизбежного разрушения? Десептиконы могут выжить и тогда станут править всеми. Хм. Ну, да. Ладно, ну чё, куда свернем? Я, честно говоря, даже не знаю. Ну, давайте сюда. Пойдем прямо. Пусть у нас Прол теперь повоюет. Да. Ладно. Опаньки. Еще раз. На меня эффекты наложены. Черт, да я наэлектризованный весь. Так. Нормально. А, я электризуюсь только тогда, когда я атакую в блок. Еще раз, давайте. Нормально, классно, мы с него энергию всю сняли. Так. Слушайте, какой-то он прямо серьезный, этот боец. Гляньте, у него броня вообще обалдеть. Так. Дробовик! Опа-на! Ну? Ах ты, зараза, подловил меня, а! Ладно, ладно, ладно. На последнем ударе подловил меня. Что-то я как-то отвлекся. Засмотрелся на датчик комбо. Ладно. Больше не буду. Давайте сюда. Давайте-ка сюда. Ну чё, пусть Мегатрон. В принципе, почему бы и нет. Хочу атаки его еще раз посмотреть. Убойные мощные атаки. Противник превосходит нас. Но это нас не остановит. Так. Давай. Ага. Да чтоб тебя. Ну ладно. Давай. Ах ты, зараза, у него ж неудержимость. Так. Опа. Отлично. Ага. Давай. О, отлично, еще тридцаточку накинули сверху. Так. Давай. Ну, ох ты, ты еще пожалеешь об этом. Во, нормально, неудержимость Мегатрона, это, конечно, вообще прям убойная тема. Ага. Ладно. Понеслась! Опа-на! И залп! Ничего себе, вот это он, это самое там. Ну я на 60 аж накопил. Мне интересно было посмотреть, если я накоплю на такое количество, какой я урон нанесу. Но как оказалось, урон там, видимо, был достаточный, более чем. Пришлось, правда, пожертвовать здоровьем Мегатрона, но что делать? Так, Шарктикон. Ну давайте теперь Айронхайд. Ну, кстати, этот тип серьезный, так сказать. Он всегда держит планку, даже несмотря на свой возраст. Так. О. Так. Аккуратно. Так.
И давай, оглуши его. Ха-ха, я хотел сказать оглушить, а не убить. Ну, Айронхайд, как всегда в своем стиле и духе. Так. Слушайте, ну что-то прямо серьезные соперники поперли. Давайте этот подерется с ним, Мегатрон. Так сказать, схлестнутся два лидера из фильмов. Воспроизведем ту битву, так сказать. Опять сопротивление. У них какие-то сопротивления появились. Так. Ага. Так. Ага, ага, нормально, подловили. Еще раз давай. Опаньки. Здорово. Так. Еще раз давай. Давай, 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 накапливаем. Ух, мы сколько накопили-то, а? Нормально прям-таки накопили. Так, ну проводи свою атаку. Во, а то мне что-то как-то стрёмно подходить к тебе, когда у тебя такая-то накопилась. Ага. Давай, давай, давай. А чё? Ах ты, зараза, я же эффекты получаю. Так. Ну! Не! Ну что ж ты? Понеслась! Давай, там 93 аж, ничего себе! Но он сейчас сдохнуть должен. Ничего себе, у него броня все забрала! Практически непобедим он в этой броне. Когда на последнем издыхании он там орёт, я доберусь до тебя. И черт из два, что сделаешь, если только не наложишь на него какой-нибудь вторичный эффект в духе горения или энерготечения. То тогда да. Ну ладно, он все равно не смог противостоять мощи Мегатрона. Так, ну давай, Айронхайд, разберись с этим фиолетовым. И уже будем на босса, так сказать, выходить. Опа! Я только сейчас что-то дощелкал, что у меня против... битвы между... Ой, господи, между... Каким между? При битве с двумя боссами последними... У меня... Как такового мощного козыря нету. Есть только один, Проул. А такие две самые убойные единицы в лице Айронхайда и Мегатрона... Они будут бесполезны практически. Ибо у противника будет классовое преимущество над нами. Хотя, как посмотреть. Все. Нормально. Двигаем дальше. Ох, что-то прямо врагов очень много на участке. Гримлок. Так, ну давай, Гримлок. Против Мегатрона. Так сказать, Динобот, глава Диноботов против чемпиона гладиаторских боев Каона. Так. Хотя это, по-моему, в другой версии. Постойте, не факт, что именно версия с фильмов тоже чемпион гладиаторских боев. Классически, да, по-моему, так и есть. А вот этот вот, я не знаю, кто он. Ну просто Мегатрон, повелитель десептиконов. Я событий этого фильма так отчетливо и не помню, там уже. И слава богу, начнем с этого. Так. Ага. Давай, 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 давай ты. О, нормально. Текс. Опа-на. Есть. Фу, слава богу, не дали ему провести свою суператаку. Ну что? Господи, да сколько ж вас тут, а? Что-то прямо, знаете ли, так их это... плотно расположили на этой карте.
Обалдеть, я что-то не припомню, чтобы я где-то столько еще ботов выносил. С ума сойти. Ё-моё. Так. Валите праймала. Ух ты, зря я выбрал... Зря я выбрал Айренхайда, у него же... Он же как раз бессилен против праймала. Я только сейчас что-то это заметил. Я-то помню, когда я против него сражался, когда он еще был боссом. Ох ты, ничего себе атака у него. Так. Ни эффекта не наложить, ничего нельзя. О! Так. Да чтоб тебя! К атакам я его еще не приноровился вообще. Так. Надо было Мегатрона брать. Он бы его разобрал бы этого. Так. Так. Да чтоб тебя! А чё он дымится? Чё-то он дымится... А, он искрится, ёлки-палки, ему уже хорошо! Да ну... Всё. Айренхайд, фаталити, да? Обалдеть, разобрали обезьяну. Да, но самая серьезная проблема у нас впереди. Хотя, может быть, и не такая проблема. Стоять, никто не пройдет. Приказ Шоквейва. Именно из-за него мы здесь. Мы должны поговорить с ним, пока не стало слишком поздно. Дело не в противостоянии автоботов и десептиконов. Если наши догадки верны, он пытается играть с оружием богов. Скажи нам, где он? Фракции, соперничество, древняя вражда и бесконечная война могут подождать. Потенциальная угроза слишком велика. Стоит такой Саундвейв, я просто представил эту картину, стоит такой, глазами хлопает, хотя через его этот визор не видно. И вообще все до фиги. И приказ есть приказ. И с этим ничего не поделаешь. Вот тебе и Саундвейв. Приток силы у него. Нет, с ним будет проще, чем я думал. О. Так. Атака. Ага. Да ну. Не верю. Понеслась. Давай, цепями его. Ух, нормально. Все. Не дали ему провести его спецатаку. И слава богу, Прол еще умеет блокировать у нас же поступление энергии. Очень здорово. Ну, замечательно, миссия выполнена. Остался только у нас один шоквейв, который будет непременно, друзья, в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения, связанные с трансформерами, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.